когда человек начинает верить, что сам Господь, Творец, держит весь мир, им управляет. Тогда через эту веру в сердце человека вселяется сам Господь. Потому что это сердце предстоит перед ним, перед своим Творцом, Вседержителем. И верит, что все совершается только по его воле. Поэтому Господь говорит этому человеку, если можешь хоть как-то верить, все возможно.